Мы верим нашему президенту и пойдем за ним в самую пеку. А какому именно президенту? Какому? Я, Савин Василий Константинович, 5 лет провел в подвале за то, что готовил восстание в Макеевке и формировал батальон Макеевка. Я не собирался возвращаться. Я знал, что меня не обменяют. Только наш президент Владимир Зеленский меня вернул. Я благодарен ему за это. И всем мы благодарны. Никто не ожидал, что вернется. Но благодаря ему мы вернулись. Так Зеленский не Порошенко.